Здравствуйте, это игра Клондайк, я предлагаю вместе восстановить нам кулинарный рецепт. Рецепт соуса. У нас с вами есть вот такой вот кулинарный стол, в который мы должны определиться, что, куда, зачем и почему. Ну, как выглядит картинка, я не догадываюсь, поэтому пока мы сидим так, что, куда и как получится, а потом таки разберемся. Ой, вы знаете, это, по-моему, морковка вообще не отсюда, если честно. Ну, может быть так, но если что, потом видоизменим. Вот тут вот что-то вот начинает, если честно, вырисовываться. Ну, как-то вот не совсем еще. Так. Ха, надпись еще. Надо, чтобы писать. Так, надпись. Слишком много надписей, я хочу сказать. Ой. Вот, смотрите, подходит. И вот так подходит. А надписи, значит, таки выше. Вот. И вот так. А вот это вот сбоку. Не? Ой, я даже не знаю. Вот, походит. Я же знаю их таланты. Там я где-то что-то перепутала. Потому что это сюда, ну, никак. А есть еще? Нету. Во как. А, все. Подождите. Это вот так. Это вот так. Это вот так. А вот так. Да уж. Это в углу быть не может? Нет. Это может быть вот тут. Это точно здесь. Это угловая. А это вот. О! Такие я сделала. Завершить. Ну, как-то вот что-то такое странненькое. Подарок получен, рецепт изучен, и теперь первый бургер в руках. Большой! Мы так старались! Дальше. Выпить газировки, тяжело вздохнуть. Газировки, запить это все дело так вот. Хорошенечко. Последнее уже наелся. Давайте по кусочкам. Уже не будем жадничать. О! В тему. Все угадала. Просто здорово. И теперь нас приглашают. Они пройти ли нам дальше. И мы с удовольствием можем продолжить наше приключение. Молодой человек. Ушел. Проход открыт. Типа удачи нам.